это телевидение, да. Это отдел «Жизнь привидений». Да, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру. Телевизионных школ в России существует достаточно много. Каждая предлагает свою программу обучения, и каждая находит своих учеников. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ не отстает от своих иногородних коллег и очередной раз дает старт зимней республиканской телевизионной школе «Олимп». Однако проект отличается от стандартного варианта подобных школ. Как отмечают организаторы школы телевизионщиков «Олимп», это не обычный кружок телетворчества, а реальный практический опыт. В первую очередь школа «Олимп» – это профориентационный проект, и он направлен на то, чтобы дать возможность почувствовать, что же такое телевидение. Все-таки пройтись вот тут, вот зайти на студию – это уже что-то, да? Обучение в школе будущих телевизионщиков пройдут старшеклассники и будущие абитуриенты Казани. Здесь каждый мечтает поближе познакомиться с ярким миром телевидения. Казанский федеральный университет предоставляет ребятам такую возможность. Меня привлекает эта профессия своим как бы расширенным кругозором и вообще нахождение в этой сфере. Именно вот это привлекает меня. Меня привлекает эта профессия тем, что ты находишься на экране, ты вещаешь новости, которые полезны для окружающей массы. Мне очень понравился ваш центр, потому что есть все оборудование для успешной работы в будущем для телевидения. Трудно не согласиться, что профессия тележурналиста довольно притягательна. Отважные репортеры, эксклюзивные интервью, волнующие события. Помочь школьникам почувствовать себя будущим тележурналистом – вот главная задача школы. А после их творческая работа станет отличным дополнением к портфолио при поступлении в ВУЗ. Стоит отметить, что полученные навыки не единожды пригождались студентам, которые окончили телешколу «Олимп». Я в том году была в зимней школе «Олимп», и я случайно туда сейчас попала, но мне было интересно увидеть всю жизнь «Универсмотри» даже, это изнутри посмотреть. И именно это на меня подтолкнуло пойти поступать именно на телевидение, потому что сначала я горела желанием на печатную журналистику пойти. Именно после вот этой школы меня прям подтолкнуло, и вот я сейчас с удовольствием учусь. Самому молодому участнику школы всего 10 лет. Несмотря на свой юный возраст, он имеет довольно серьезные профессиональные планы на будущее. Ну, со скольки лет начал, я уж не помню, но я учусь. Ну вот. Ну, увлекаюсь я, снимаюсь в фильмах небольших, ну и сам снимаю. Вот. Работа школы продлится неделю, в течение которой участники попробуют себя в роли телеведущего, репортера и редактора-сценариста. Здесь каждому помогут окунуться в разнообразие творческих приемов, технических процессов создания теле- и видеоматериалов. И, конечно же, приоткроют завесу тайны любимой профессии. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.